Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу то, что у меня есть для мыловарения. Я увлекаюсь мыловарением, и многие мои родственники, друзья знают это. Первый свой заказ с сайта Мылоопт я делала полгода назад, и примерно за неделю у меня закончились все материалы, которые я заказывала. На тот момент мне мыловарение не то чтобы перестало нравиться, а просто, надоело, в общем. И я решила чуть-чуть забросить. Ну, неделю назад я опять сделала уже раза в три больше заказ с этого сайта, больше мыльной основы. В тот раз я заказала килограмм, в этот раз 3 килограмма заказала. Разные для свирлов и желе. Ну, желе сказали, что вроде нет на сайте, поэтому оно, возможно, не придет. Ну, а сегодня буду вам просто показывать то, что у меня осталось с того раза. Это первая часть видео. Начну с формочек. У меня их немного, но покажу. У меня есть стандартный такой, просто круг. Он, по-моему, круг малый называется, есть еще больше. Тогда все формочки стоили 14,35 или 14,50. Сейчас они стоят... Ну, примерно так же. Также есть стандартная формочка, вот такой квадрат. Также у меня с этого квадрата есть мыло, сейчас я вам его покажу. Я мыло делала не просто, а на продажу. И вот одно мыло, которое я сделала недавно из остатков, оно у меня еще лежит. Конечно, да, это мое второе или третье мыло, где я вплавляла фигурки. Давайте сейчас достану, покажу мыло. Такое-то. Мне, в принципе, нравится. Но там чуть-чуть бракованная ракушка, потому что я ее не могла достать из формы, потому что такая форма тут. Я, кстати, это до сих пор ее не отмыла, но тут у меня лежит цветочек с этой формы. Такой вот. И львенок, ну, я его делала, мы с сестрой делали, она попросила, он блестит и пахнет персиком. Ну, эту форму я вам показала, думаю, больше показать вам ее не буду. Ее очень удобно использовать для вплавления. Так, это я вам показала. Также у меня есть такая форма, она на ютубе, на каналах для мыловарения очень популярная. Это такая форма иероглиф, счастье тут написано. И вот такой вот иероглиф. Я таких мыл делала 5 штук, разных цветов, слоеные, радужные. Пыталась даже делать со свирлами, но не с основой для свирлов, а с обычной основой. И даже чуть-чуть получилось. Также у меня есть такие прозрачные полусферки для бомбочек, но я думаю, в мыловарении их тоже где-то можно использовать. Так. У меня есть формочка, которую мне дала мама, потому что... Ну, это для кексиков. Ей все, которые там были, 12, ей было много. Ну, и она мне дала вообще 6. Ну, мне 6 неудобно, я отрезала один. Такой вот он, силиконовый, очень удобный. Я хочу, чтобы все формы у меня были силиконовые. Но таких, к сожалению, нет силиконовых. Также силиконовая у меня есть такая. Тут листики осенние. Ну, осенние и весенние. Это дуб, клен. Это... Ну, и вот эти очень простые такие. Получается два таких. 4 вида листиков всего. Тоже очень удобная силиконовая форма. Конечно, я редко делаю... Специально вот взяла и делаю фигурки в этом для вплавления, потому что, ну, я летом этим занималась, а летом такие листики как-то не очень хотелось вплавлять. Я сюда обычно выливала остатки основы, чтобы не выбрасывать, ну и потом переплавляла в другое мыло. Давайте перейдем к следующему. Следующее я вам покажу то, что у меня есть из таких компонентов. У меня есть, по-моему, 3 красителя, такие обычные. Я заказала еще набор из 8 красителей. К сожалению, не гелевые, так как гелевые дороговатые, как сказать. Просто заказать гелевые красители или там 2-3 штуки, или столько, сколько мне надо, но тогда они будут стоить дороже всей мыльной основы. Ну, как-то не очень хочется. Ну, в общем, зеленый, желтый и красный. Был еще синий, но он мне пришел какой-то бракованный. Просто был белым. Не красил, ничего не делал. Вот они. Следующий у меня есть ароматизатор.
ваниль. Пахнет довольно-таки приятно, но в этот раз я заказала еще 4 или 5 ароматизаторов. У меня есть прикалка, там спирт. Раньше был спрей для рук, сейчас спирт. И также блестки, вообще мне их больше, но эти те, которые я использовала последний раз. Заказала также я перламутр, золотой, по-моему. Мне очень он нравится в использовании в мыле. В смысле, что можно сверху кисточкой аккуратненько намазать. И я планирую его использовать вот в этой форме. Чтобы не заливать отдельно вот эти вот детали, а просто потом выделить их перламутром. Следующее, что я вам покажу, это будет водорастворимая бумага. У меня их 2 листика, мы заказывали тогда. Мне вполне хватает. Я больше не заказывала, так как мне она... Ну, как бы не особо нравится, и у меня нет подходящей по размеру форм. Ну, тут у меня это получается, по-моему, ассорти или микс, как оно там называлось, я не помню. Тут у меня всякие цветы, здания, вот мультяшные, кот Леопольд и вот такой вот значок. А вторая, это сестра попросила, и папа сказал, ладно, закажи ей. Это тут лунтики всякие. Кстати, до сих пор в шоке, почему... Ну, тут как бы цвета совсем. Насколько я знаю, вот этот вот должен быть вот таким цветом, а не таким. Ну, как понимаете, качество так себе. Бабочки вообще какие-то странные. Поэтому мультяшных героев я вам не советую заказывать. Заказывайте вот такие цветы, если захотите. Это намного лучше. В этом пакете у меня лежит то, что я заказывала для упаковки. В этот раз для упаковки я не заказала ничего. Сейчас покажу, что у меня тут. Таких корзинок было 5, 3 я уже использовала. Как я говорила, на продажу я делала мыло. Сюда насыпала вот этот наполнитель и упаковывала вместе с мылом. И вот тут у меня вот там лежит, и вот это натуральный наполнитель. Я заказала вообще натурального цвета, но мне положили розового. Поэтому я его не особо использую, потому что ну, мне он что-то не особо нравится. А так он прикольный. Да. Кстати, пишите идеи, где можно еще его использовать, кроме того, как упаковывать мыло. Честно, я думала, ну, что-то не особо еще придумала. Ну и, пожалуй, для первой части это все. Да, вот так вот мало, ну, потому что много я всего растеряла, много испортилось, сломалось. Ну, пока мне хватает, и вот жду посылку. Маме вчера уже пришла смс-ка. Думаю, завтра, послезавтра поедем на почту за ней. Ну, и все ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, зовите друзей. И всем пока, пишите.